В рамках праздничной программы, посвященной Дню города и 70-летию освобождения Анапы и Анапского района от немецко-фашистских захватчиков, у стелы «Город воинской славы» состоялся смотр-конкурс строевой подготовки и патриотической песни. Такой массовый смотр прошел в Анапе впервые. В нем участвовали учащиеся общеобразовательных школ и гимназий. В составе жюри – ветераны, представители казачества и администрации города-курорта. Я призываю вас, ребята, быть достойными славы города воинской славы. Я призываю вас помнить историю своей малой родины. Я призываю вас чтить и уважать память тех, кто посвятил свою жизнь освобождению нашего города. Компетентное жюри оценивало выступление участников по нескольким пунктам: строевая подготовка, строевая песня и форменная одежда. Победителей в разных номинациях наградили дипломами и кубками. После церемонии награждения ребята возложили цветы к стеле «Город воинской славы». Завершилось мероприятие памятной фотографией всех участников конкурса.